Привет, мухоязам. Свяжем мы сегодня пыздырика. Крючок скут номер 10. Делаем глазки. Монтажка вот такая вот, светонакопительная. Крепим монтажку. Крепим глазики. Хвостик мы будем делать с китайской капроновой нитки, с розовой и с красной. По краям, вернее, розовую, посерединке красную. Поверху будем крепить это все дело. Закрепили. Обрезали. Акара вот такой вот. 61. Крепим также поверху. Ну и все. Монтажку можно убрать отсюда. Проматываем акарой. Сильно тянуть ее не надо, иначе весь блеск потеряется.
и обрезали. Хвостик сейчас распушим так вот иголочкой. Вот такое тельце получается. Ну и начинаем формировать его. Сначала тоненький слой гель-лака наносим. Так, нанесли тоненький слой, подсушили это дело. Теперь берем маркер вот такой вот. И закрашиваем вверх нашего с дырика, без дырика. Подкрасили. Опять наносим гель-лак. Подсушили все это дело. Глазики покрасим красным маркером. Вообще черным надо. Но у меня высох черный маркер. Подкрасили. Опять наносим гель-лак сверху. Теперь что? Есть у меня вот такие вот блестки. Беру зубочистку и немножко добавляю сюда
только сверху. Так, подсушиваем все это дело. Ну и можно формировать тело. Пузика опять же красим красным маркером. В этом месте сильно не надо. Снова гель-лак. Ну и осталось маленько морду ему доформировать.
Ну, сущности, вот и все. Готово наше изделие. Осталось дырочку проковырять. Все. Вот такой вот красивый полет получился.